фигурине я буду показывать мои игрушки, что они могут делать. Это игрушка, Богородская игрушка. Давай покажем подписчик. Вот. Это котик, он рыболов. Он движется вот так. И ловит. Рыбку. Рыбку. Давай поближе покажем свою мордочку котика. Тут узор. Вот такая рыбка у него на веревочке. А теперь я покажу курочек. Только я первую свою Подожди, покажу. Сейчас я мордочку покажу. Вот это мои курочки, они клюют зерна. Я нарисовала оранжевым, потому что, чтобы видно, как будто это зерна. Слышно звук даже. А это еще одни курочки. Вот, это курочки... Семечками. Семечками. Только настоящими. Как настоящие семечки. Похоже на настоящие. И они также двигаются. Клюк-клюк-клюк-клюк. Кого-то они клюют. Заел. Кис-кис заел один. На узор показать. Вот делаю вот так. А можно мне свою показать? Покажи. Вот. Вот Алина красиво крылышки нарисовала. Вот они так клюют. Клю-клю. Надо не к столу. Вот это деревянные игрушки все из другой поездки. И Валяшка. Покажи ее. Вот она такая. Ну, покажи, как она делает, что она не падает. Только не статья, а то она упадет. А можно мне вот это показать? Вот это матрешка, которую можно открыть. Это. У меня было... Ой. Было 10 матрешек. Она даже застряла в одной. Потому что ты их намочил, их нельзя мочить. Видишь, ты ее намочила? Соедини их себе. Вот все матрешки. Такая матрешечка даже не крутится. Ну вот так почему нужно надержится. А почему она звенит? У ней колокольчик. Колокольчик? Матрешка не валяшка. А если вот так? Свет долго рухается. А их семь. Ну, это котик мне вообще. Это мне понравился. Я его поэтому взяла. У него вторая ручка тоже двигается. Привет, привет! Вы на канале Алина, я ловлю рыбу. А если соединить курочек с котиком, то получится машина. Сейчас надо наступить машину. То получится машина. Вот. Машина. Похоже на машину. Угу. Когда мы его взяли, то у меня шарик
кот ловим не лапу, не рыбку, а шарик. Вот так. Если лапу поцелить. Вот так. Вот так. Целимся. Целимся в пробу попадаться. Пока-пока. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал Алина Малина. Вы были на канале Алина Малина. Пока-пока.